смотрели видео, но я еще его не дописал. Решил записать говорилку сейчас, потому что попозже придется переставить свет, чтобы записать кахон. Поэтому слушайте. У меня появился новый инструмент. Это никель-харпа. Те, кто подписан на паблик ВКонтакте, они уже знают. Те, кто не подписан, узнали только сейчас. У меня часто спрашивают в комментариях, что у тебя за инструмент, где ты крутишь ручку и нажимаешь клавиши. Я всем отвечаю то, что это харди-гарди, колесные лиры, ну и так далее. Чувствую, что с этим инструментом получится та же история, поэтому, если вам интересно узнать о нем, то пишите в комментариях, и в зависимости от фидбэка появится некая возможность, что я запишу видеообзор на этот инструмент. Да, стоит сказать то, что инструмент мне сделала мастерская LaserCut, та же мастерская, что сделала мне колесную лиру и кахон. Всем пока! Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте и жмите в колокольчик.